Супермодель Ирина Шейк, которая несколько месяцев назад рассталась с Криштиану Роналду, оказалась в центре внимания. Папарацци застукали россиянку в объятиях ее нового возлюбленного, актера Брэдли Купера. Слухи о романе супермодели с актером ходили еще с весны этого года, однако парочка свои отношения никак не афишировала. И вот на одном из пляжей в Амальфи влюбленные попались в объектив любопытным репортерам. Судя по кадрам, парочка вела себя довольно раскованно, обнималась и страстно целовалась. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!